Всем доброе утро, а мы собираемся выезжать из дома, потому что мы сегодня едем к Марине, мы будем наконец-то снимать. Ребятенок тут бродит, сейчас я его буду одевать, я тут все утро бегала, убиралась, ну, короче, дом немножко принял нормальный вид. Чистила сейчас зубы Артёше, представляете, у нас кончилась паста обычная, которую мы чистим, Рокс, и я ему достала из своих запасов, я ему, оказывается, не купила, новую, и я достала вот такая, у меня есть, блин, фокус, мне ее в какой-то бьюти-коробочке прислали. И, в общем, ребенок не хочет ею чистить зубы. Она, правда, от 2 лет, и у нее вкус такой немножко мятный, что ли. Ну, вот как обычные взрослые пасты, он просто плакать начинает. Поэтому надо мне сегодня купить ему обычную пасту. Пришлось чистить без паст, потому что, типа, все, не буду. Да, зайка? Да. Да. Я иду к Марине с маленьким подарочком. Решила тестомес ей отдать, потому что ей очень нужен. А Алишер сейчас останется в машине с Артешей. Марина из отпуска привезла мне пакетик Mercedes-Benz. Там ключи от Мерседеса, да? Там ключи от 2 Мерседесов. Вот тебе пакетик. Что это? Татра. Сама ты... А, Гагра. Ну что за Татра? Ой, это что? Это лаврушка. Ой, пахнет как вкусно. Клево. Она же там растет вообще везде, как у нас в парнике. Класс. О, эпичные специи. Элитные. Что с тобой? Посмотри, они реально эпичные. Вообще они элитные. В моем. Волшебная тетя Алла, и она сама это все собирала. А это слово что обозначает? Универсальные. Упивдерсал. У Аллы. Так что эпичный, эпичный. Магнитик, это пицунда. Пицунда. По-моему, у тебя фотка была такая. Да. Это Алишеру. Пахнет. Я не смогла пройти. Вкусно. Мимо. Я знаю, что ему прям надо. Я знаю, что он мне спасибо скажет за это. Это настоящая абхазская аджика. Аккуратно, она очень острая. Она глаза не почеши. Она пахнет остро. У меня уже рука. Круто. Я ж маньячка, я же, блин, попривозила все в эти. Я свежую сумку купила, она в эту подарки не помещается. Эй, тебе набор чаев. Нет, чаи. Вау, они разные? Да, они разные. Тебе набор чаев. Клево. Вот у меня, ребята, клево. Это крышка, чтобы не разбрызгивалось все. Я все знаю, детка. Ты все знаешь. А ты ж профессионал у нас. Аще. Ой, это какие-то. Тебе хорошо, да? Подожди, я не все умею. Нет, все умею. Да. Не, он очень крутой. Венчик взбить, тесто замесить, а это размешать, по-моему. Это там, как, там написано в инструкции, там какие-то кремы можно чем-то делать. Инструкция для слабаков. Ну, я пробовала 2 насадки. Вот эту я не пробовала. Она там очень легко надевается. Если у тебя руки из правильного места, то да. Ты так должен плотно, да? Оно вот так вот регулируется. Смотрите, какая загорелая Марина и какая бледная поганка я. Ну, да, так не видно. Ну, тут кажется... Вот, по ладошкам очень видно. Это при учете того, что обычно Марина на моем фоне очень-очень бледной кажется. Обалдеть! Мой бледнолицый друг. Обалдеть. Обожаю лифт, Марина. Прекрасный лифт. Ух ты, доехали, надо же, бывает и такое. Она забрала у меня коляску и не отдает. Мы уже приехали в торговый комплекс снимать. Альшера отпустили, но сейчас мы пойдем покушать. Мы все голодные. Артемий, ты голодный, да? По лицу видно, что человек голодный. Почему он так съезжает в этой коляске всегда? Постоянно. Та лучше. Лифт. Я-то все пропустила, все пропустила. А куда нам? Надо 4-й, наверное? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
каким у меня пузо торчит. Мне штаны стали падать. Хотя вроде потолстела. Кто? Ты потолстела? Я. Знаешь, сколько мы на даче ели? Это кошмар. Мы уже едем совершенно такие, надо уезжать с такими животами, а то все, в двери не войдем. Угадали. Да, угадали. Да. Мы решили грешить, так грешить. Мы пошли в Бургер Кинг. Нет, обычно мы лайтовые, мы идем в Теремок, там какие-нибудь салатики берем, а тут мы вдарили по фастфуду. Я какой-то чек упал, по-моему. Вот этот. А. Так, проверим, спасибо. Ну давай, они сразу приходят? Ну вообще да. Йеху, наш обед. Меня вот только порадовала картошка Кинг с пометкой. Я думала, Кинг картошка это там, ну большая, это ж мини. Какой же это Кинг? Марина пошла набирать нам лимонады. Я заказала миринду. Артёш, ты кушаешь, да? Очень вкусно у тебя, правда? Целлюлит или еда? Целлюлит? Да. Почему ты на целлюлит меня показала? Я не поняла. Целлюлит или еда? Короче, не быть нестройной, да? А эта ведьма ест и не толстеет. Вот, блин. У каждого свои таланты. Ты не ты, когда ты голоден. Опять багет достался, ребята. Смотрите, какую мы фигнюшку нашли. Вот это залипаха. А что это такое? Это можно купить? Я не знаю, что это. О, ты посмотри, он машину увидел. Эй, ты, шлопоголик. Да мне что-то надо, чего я не понимаю. Догони. Хочу того, не знаю чего. Магазины. Как ты полетал, здорово, да? Такой разный. Пойдешь померяешь все-таки? Я просто померяю. Да? Вот просто померяешь? Я просто померяю. Ты как, смотри, детки, как... я просто пальчиком потрогаю и все. Я набрала тут футболочек нам с Алишером. Посмотри, что с ребенком. Смотри, тут еще рука. Ты сползаешь. Ух ты, клевый. Ну разве не лялечка? Лялечка. Лялечка. Загорелая. Это пока загорелая она смотрится. Ой, я тебе скажу, она смотрится, пока у тебя стройные ноги. Так что оно тебе еще лет 20 будет вообще идеально. Я что-то из... Ну ты посмотри, посмотри, я на твоем фоне. Моя ляжка и твоя коленка. Вот так вот люди создаются мифы, что я жиротрез. А я, блин, 42-го размера. Марина, как тебе не стыдно? Вот ребенок правильно про тебя сейчас сказал. Давай следующее меряй. Это клевое. Я просто померить. Да, давай просто померим следующее. Да. Марина без штанов. Марина мерила штаны, но, к сожалению, они ей не подошли. Знаете, кто мне принес эти штаны? Она говорит, померяй. Сынок, ты любишь, когда мама с Мариной снимают видео? Или не очень любишь? Тебе интересно? Ты в восторге? Ты в восторге, да? Танцуешь? А, ну танцуй тогда. Извечная Маринина проблема. Джинсы сидят, длины не хватает. И носки с котиками. Я когда увидела их у тебя в комнате, я решила, что это я свои тут раскидала носки. Потому что у меня точно такие же в сумке сейчас лежат. Но смотрится-то клево. Смотрится клево. Ну блин, опять же, с теми же кедрами. Не знаю, при чуть того, что сейчас мода на укороченные. Если ты их еще немножко обгрызешь, у тебя получится фасон, как у меня уже. Ну,
Я не знаю, у меня всегда внизу гармошка, поэтому я как-то не обращаю внимания на длину. Чтобы все было идеально, тебе надо было с таким объемом иметь мой рост, а мне твой рост. И мы решили, что Марина возьмет те клевые джинсы. А вторые не очень подошли. Вот, блин, опасно проводить съемки в торговых комплексах. Мы вообще не собирались ничего покупать. В итоге у меня целый пакет футболок. Ну да, ну да. Кстати, я тебе еще должна за обед. Да. О боже. Надо, кстати, Алишеру позвонить, где он там. Тюрю-тюрю-тюрю. А покажи колечко. Блин, оно офигенное, смотрите. Кто не крути рукой, это фокус убегает. А, замри. Марина купила кольцо, но камера. Во, смотрите, какое клевое. Причем Марине очень идет, а мне вообще ни разу. И сережки купила. Но я потом покажу их. Чем мне нравятся белые Маринины кеды? Да, вот эти, вот это просто идеально было. Прям по уши тебе. Ты поехал? В шоке, по-моему. Крути руль, крути руль. Поехала, да? Тебе нравится? Знаете, куда мы зашли? Мы зашли. Наверное, это мой рай. В Леонардо. Мозаики. Раскраски. О, рукоделие. Все на свете. На самом деле мы просто коротаем время. Бумс. Пока не приехала Алишер, потому что на улице дождь, и там стало очень холодно. Вообще ни разу не капает. Ну что, мы сидим в машине и ждем Алишера, потому что он пошел покупать какую-то финтифлюшку для машины. Сказал, я быстро, ему уже минут 15 тут сидим, видите, что они делают. Они опять хомячат этот багет, и не хочу. Мы сидим и скучаем, там дождик, видите, какой все мокрое. Хотя, слава богу, что мы с тобой сидим в машине, правда? Прикинь, сейчас бы на остановке какой-нибудь автобусной. Или в метро с мокрыми людьми. Ну как бывает, в дождь все заходят, потом мокренькие друг к другу прижимаются. Хуже только в автобусе. Что вот сидим, думаю об этой бренной жизни. Марина так хорошо хомячит. Это очень вкусно. Я тебе сейчас батоном отфигачу. Дальше предложу высадить Марину прямо сейчас. А так погодка, ничего. Вообще шикарно. Так, держи мне. Это реально жестко. Блин, вообще. Видимость плохая очень. Слушай, такими порывами прям, видишь, как. Только я по каду не хочу в такую погоду ехать. Я там буду 60. Показываю, что купила в магазине. Во-первых, футболки Алишеру. Белую. Вот такую красную. Серую. Со всякими футбольными мотивами. Видите, Деманшафт. Один и всех, и все за одного. Где-то там написано сборная. Тотальный футбол. Germany always wins. Оле-оле-оле. Россия вперед. Ну, в общем, такая вот забавная к чемпионату мира. И вот такую вот летнюю. Ну, это для отпуска. Себе взяла вот такую вот серую. У нас испортилась погода. Ветер, дождь. Но при этом на небе радуга. Посмотрите внимательнее. Смотрите, вот. Вот тут очень яркое. Первый раз тут пишет. Красиво так. Мы смотрим футбол.
У жены сейчас будем ложиться спать. Я очень спать хочу, голова болит. Поэтому мы с вами увидимся завтра. Всем пока!